Я поднял. Вы видите? Это страшно, поверьте. Беременный Леха, это страшно. Короче, одни психи собрались. Одни психи. О, тебя подняют. Это просто ниндзя. Ниндзя просто. Страшная ниндзя вообще. Это хорошо, это с дырками ты придумала. Как будто рога вырвали вообще. А у тебя? Вдруг там что-то страшное будет. Раз, потом так. Это клинический случай, да, это в нашей практике первый раз такой. Вот это да, вот это молодец, вот это девчуль. Я-то думал, я последний, а тут оказывается еще. Вот этот, ты маску-то подними, я хочу с тобой интервью взять. А, так ты без маски? Он без маски. Смотреть, но не трогать. Он мог не гримироваться, он мог просто смотреть вот это вот. Уже как-то не по себе становится. Да? Девчонок столько в раздевалке было, да? Простите, вы какой персонаж? Это с какой? Это с какой сказки? Давай вспоминай, Это с какой сказки? А, это 7 сказок. Это когда пила, да? Это 9 уже будет. Все, убил. Инстаграм сегодня взорвется. Во-во-во, вы видите? Это прям... Вот правильно, человек не цветит. Это идет такой. Это что за страшная пенерка такая? Сейчас от нас всех снять. Ну, не всех-то хоть поднадкусаем. Мой контент заблочит. Итак, это наше второе мероприятие по празднованию дня рождения зала, которому исполняется 4 года. Мы делаем каждую пятницу 13-ю тяжелой тренировкой. Впервые мы ее делаем костюмированной. Это же ты истории, ты.
наша чемпионочка, наша Аллочка чемпионочка. Да, вы помните ее, да, по видосикам? Ее камера потеет просто, просто потеет камера. О, верю. Все, класс подвер, да? Это адская команда! Я там зашел, потому что вообще смерть помогает смерти, вообще такое. Трагик, трагик. Это что, сидели, да? По-моему, вы неправильно делаете, я не буду вас говорить. Молодец, профессиональный, понимаешь, что мне еще запикивать потом это все, а так просто прошептал. Это кроссфит. Девчонки, как тренировочка, как тренировочка? Нормально. Как чувствуете? Мертвая невеста жила. Мертвая невеста, ну да не изюка, что там? Еще. Что они с тобой делали? Посмотри в глаза такие. Уже жрет что-то, уже что-то жрет. Еще никого не приглашали к столу, уже что-то жрет уже. Молодец, молодец. Как тебя зовут? Радмир, молодец. Будешь тренироваться? Начинай вот сейчас тренироваться. В каком ты классе? Четвертый. Вот. Восьмой перейдешь, да ладно, восьмой. В шестой перейдешь, уже будешь сильнее всех. Этот трансвестит мне уже задрал уже, честное слово. Уже. Что, мне домогается, да, вот? С подводными глазами. Ты что, как там устал? Устал. Ладно, ты Старички, я есть богатый дед. Потому что они все поймут. Главное, чтобы не пропало потом. Алексей, жду. Я помню!
Пионер какой-то. Курманова Саида. Это адова команда! Максим Лукьянов! Брата! Там не только улыбка положительная. Вот! Накачал так, да? Водитель года! Достал сегодня 200 бурпи сходу. Валерия! Как тебе повезло! Моя невеста! Он сегодня поет! Если б не он, я вообще бы сегодня 200 не закончил бы. Восполняем калории. К столу! Всем спасибо! Всем аплодисменты! Ура! Ура! Значит, кто не хочет себя еще видеть в моем видео, вы скажите, я вас крупным планом сделаю потом. Давай. Подписываемся на Кулебру. Вы такой громкий. Ставим лайки.